Решающее очко, счет по 6. Девчонки разыгрывают вкусную конфету. Посмотрим. У кого же нервы толще? Ульяна или Эля? Ульяна или Эля? Очень мне интересно. У кого нервы крепче? У кого рука остановится? У кого ж дрогнет она? А их не смущает даже моя болтовня. Это не девочки, это какие-то мальчики, это звери просто. И Эля мучает Ульяну по углам. Ульяна молча терпит. Нет, это чудеса, это мне нравится. Настоящий теннис, хитрый, лукавый и очень умелый. Эля любит гонять, гонять. Ульяна любит гоняться за мячами. Я одно знаю, что я бы уже давно ошибся. Это какое внимание нужно? Офигеть! Что творят? Ульяна пробежала уже 10 километров, Эля 1 километр. Эля не любит по углам бегать, поэтому она гоняет. Это не может быть. Это точно аут был, да? Пожмите друг другу руки, девчонки. Вы знаете, и это был аут маленький-маленький, совсем никакущий. Молодцы.